Едем сегодня, металлика немного сдадим. Не знаю, там может килограмм 100 будет. Так, на бензинчик, чтобы было, съездить на рыбалочку на озеро здоровенное, лесное. Попытаюсь снять на приемке, конечно. Не знаю, что из этого получится. По идее, там снимать нельзя, но я попробую по-тихому. Металл скинули. Все, сейчас опять взвешиваемся на весах. Там заснять не удалось. И на кассу, не знаю, будут деньги, не будут. Или на карту переведут. Все, металл скинул. Дали бумагу. Ну и как всегда обманывают по килограммам. Было килограмм 100 даже с мелочью. А посчитали мне 78 килограмм. Это брутто. И в итоге 76 килограмм. Цена у нас за тонну 11 362 рубля и 50 копеек. И сумма к выдаче 863 рубля 55 копеек. Да. Офигеть дурят, а? Ну что поделать-то? Приемка, которая на въезде сюда, там вообще в наглую принимают по 5 рублей за килограмм. И походу потом везут сюда, сдают. Поэтому, так как это у нас самая дорогая приемочка. Ну вот так вот сегодня сдали железо. Ну и все, теперь деньги на бензинчик есть. Теперь едем на рыбалочку. Если, конечно, погода не подведет. Ну на этом всем пока и всем удачи. Увидимся на рыбалке.